Как всегда, девчонки. Девчонки у нас молодцы. Молодцы. Вот так вот сейчас мы будем давать хрящики. Вкусные хрящики, да? Вкусные хрящики. Каждый день питание, каждый день однозначно. И кормление, выгул, уборка. Все содержат на плечах вот этих женщин, которые безвозмездно помогают. Ну, понимаете, есть такое слово «чувство ответственности». Чувство сострадания, ответственности. Вот так можно охарактеризовать истинных волонтеров, которые действительно переживают за животных. Они на пенсии, но они не сидят на месте. Они, вот как у нас Лена, и рубим. Ну а что ж теперь? Вот так каждый день, каждодневный труд.